Небольшая разминка перед началом серьезного проекта. Обстановка настолько неформальная, что отличить, где здесь добровольцы-новички, а где их кураторы, практически невозможно. Но именно такое общение на равных – один из главных принципов республиканского образовательного модуль проекта «Гражданин России навсегда». О том, что ему быть в Татарстане, стало известно еще в марте. С местом проведения определились позже. Выбор пал на Альметьевск, и не случайно. Попытка шла взять какие-то интересные механизмы работы с молодежью, которые были у небольших городов в предыдущие периоды, да, и мы прекрасно помним, что в Альметьевске, например, с одной из таких сильных и эффективных механизмов было вопрос патриотического воспитания, связанный с участием именно самого гражданского общества. Волонтеры-добровольцы со всего Татарстана, Бавлы, Елабуга, Набережные Челны, Казань. Многие знакомы по прежним форумам, кто-то в эту среду попал впервые. Еще несколько лет назад Данил Сорокин и не предполагал, что примерит роль добровольца на себя. Месяц назад попробовал и втянулся. Приехать, посмотреть город, здесь активно поучаствовать и получить какие-то знания, новый опыт для себя. Три дня из четырех у студентов вузов и СУЗов республики будут в игровой форме поднимать дух патриотизма. Квесты, мастер-классы, лекционные блоки, возложение цветов, брейн-ринги, интерактивные занятия. Программа встречи очень обширна. А идеи, полученные здесь, участники проекта будут внедрять у себя дома. Патриотизм – это уж не очень развитое в нашем сейчас поколении, потому что не все рассказывают, не все что-то говорят про также Отечественную войну, и немногие вообще про это знают. Дают возможность что-то высказать свое. Есть и такое то, что учат, то, что нужно. Устроители проекта, а это Общественная палата Татарстана, Общероссийское движение «Бессмертный полк России», региональное отделение «Волонтеры Победы» и Центр добровольчества республики уверены, именно такой подход к организации позволит затронуть все стороны гражданско-патриотического воспитания молодежи. Наталья Быстрова, Дмитрий Архангельский, новости Юго-Востока, Альметьевск. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».